Итак, всем привет, ребята, с вами снова Джон Коннор, тудун. Рад вас всех снова приветствовать на моем канале. И сегодня у меня необычный такой видеообзор игры. Называется Stalker Anomaly Custom. Вот, скачал такую модификацию, уже, ну, я не знаю, где-то месяц, да, месяц прошел. Вот, и хочу сделать краткий обзор. Очень понравилось, она хоть и весит 157 гигабайт, это 160, но... Очень впечатлило своим интерфейсом, поехали. Вот, вот здесь у нас комбинезон, туда-сюда, тут можно всякое делать. Вот, допустим, давайте выйдем на свет. Вот у нас там только кто-то ходит. Кстати, вот, допустим, если я себя раздену, вот, выгляжу вот так, вот. Так, во. Во, вот, вот так. Сейчас выйду на свет. Во. Вот, вот так. Также можно играть от первого лица, от третьего и от второго, получается. Теперь одеваемся. Оп. Какая-то музычка заиграла интересная. Возвращаемся от первого лица. Так, теперь мы... Допустим, если мы голодные... Смотрите, тушенка из говядины. И обратите внимание на анимацию. Поехали, ням-ням. Скрывает. Открывает, да, берет ложку и вот так ест. Прям вот эти звуки, как он ест. Так, допустим, так, пиво. Так, теперь мятные конфеты. Мне с ним показывают, просто ням-ням, понятно. Очищенная вода, фляжка, такая, хоп. Какая тут графика, боже, вообще прям не могу. Будто бы я не знаю, я зашел в Stalker 2, сердце Чернобыля, который предполагался впереди. Точнее, предполагается, возможно, он все-таки у нас будет доступен. Надеюсь, по крайней мере. Так, армейский котелок берем. Использовать. Так, что тут у нас? А здесь у нас отбивные. Понятно, тут надо рецепты собирать. Ладненько, назад. Берем, перемещаем сюда рюкзак и хоп, все открыли. Вот у нас рюкзачок вот этот. У нас есть вот такой, но этот более вон с ячейками доступен. Вот здесь упаковка болтов, разбираем их. Если у нас болты заканчиваются, хоп, болты вот сюда. Данная модификация в данный момент, она фриплейна, не только фриплейна, но есть и сюжетные задания всякие, сюжетная кампания. Можно зайти также за сталкер-одиночка, за монолитовца и за всякие разные группировки. Так, вот здесь у нас коробок спичек. Использую, допустим. А, ну, если вот здесь вот ничего нет, то он будет использоваться. Так, понятно. Так, что у нас, допустим? Берем, достаем детектор. Оп. Ух ты! Привет! Привет! Понятно, в зону даже девушек добавили. Ну, это вообще. Приветствую, брат Сталкер. Как твое начало? Привет, привет. Хотел бы задать пару вопросов. Так. Привет. Привет, привет. Так, ну пока не буду дальше. Так, открываем. Чего мы тут видим? Привет, привет. Так, гильза. Не, гильза нам не нужна. Ну, и что теперь? Ничего. Так. Опа. Там где-то перестрелочка какая-то. Тут так интересно вообще персонаж выглядит. Вот, допустим, вот так выглядит. Здесь у нас, если по стандарту, то стоял волк, а это фанат. Ты это... Чё тебе, а?
Че тебе? Давай поговорим. Так, верная мысль, навыки, информация. Увидимся. Все, погнали. На чеку, парни. Так, вот это у нас пистолетик. Калашик. Ножичек. И болты, конечно. Так, возьму-ка я. Так, детектор уже есть, отлично. Идем. Зарядимся. Ну, и что теперь? Интересно, ты прогуляешься с нами? Так. Привет. Привет. Бывай. Так, пока. А, понятно. Дала мне задание, и идем дальше. Вот, Фана зато со мной теперь. Так. Быть наготове. Вот здесь можно, допустим. Хоп, и ждать здесь. Так, собрались. Баба, скомандовал, и он должен идти. Со своими разговорами. В смысле, отстань. Быть наготове. На чеку, парни. Так, собрались. Так, что-то у нас тут. Расскажи о себе пока, понятно. Быть наготове. На чеку, парни. Ну иди. О, побежал, отлично. Берем болтик. Сохранимся. Так, КПК у нас вот такое. Эмочка. Оп, чик. Локация тут прилично. Болото, также темная лощина есть вот справа. Ну, в общем, тут много где можно разгуляться. Это круто. Даже есть генераторы. Финальная стадия. Идем дальше. А. Ты-ты-ты-тык. Что у нас тут? 11-19. Ой, красно-красно. Понятно, заразиться можно. Отходим чуть подальше. Атмосферно выглядит. Солнышко такое. Графон вообще зачет. Кто где? Капа! Ой-ой-ой, в аномалию попал. Так, минус кабаны. Фанат, спасибо тебе большое, помог. О, разделать можно. Мясо кабанов пригодится для... возможно, приготовки пищи или продажи.
Быть наготове. Быть наготове. Стоп. Так, собрались. Со мной иди. Да, идет. В зоне отчуждения аномалии сталкера. А кто это? Сейф. Сибирники какой-то. Наемник или ученый? Оружие убрал. Убрал, ясно? Хорошо, хорошо. Не стреляйте только. Ну, что расскажешь? Так, может, махнемся, у кого че мешок богатый. Ага, торговля. И мне тут, пожалуй, не надо ничего. Работа. Снежинка, ага, найти снежинку, допустим, хоп, взяли задание. Все, бывай. А со мной не пойдет? Было бы здорово, если пошел. Это наемник, видимо, его. Все, увидимся. Давайте. У нас что? Ага. Водку подобрали, от радиации помогает. Атмосфера изменена, в отличие от оригинала сталкера, здорово вообще сделали. Музыка такая. Уф. Так, кто бежит? Стой! Стой, где стоишь? Куда побежал? Фу, заболели, что дальше? А! Так, как бы добраться до аномальной зоны. Сталкеры прям группировкой ходят по двое. Так, собрались. Так, пересечем железку. Что такое? Куда швыряешь? Что там швыряешь? Ты пукалкой-то не размахивай. Не понял. Так, понятно. Со мной напарник бегает. Костер. Сюда, куда нас? На свалку. И на поляну. Понятно. Кстати, давайте попробуем на поляну пройти, если интересно. Там ни разу еще не было. Сохраняшка. Идем на поляну.
же немножко чуть-чуть интерфейс, вот не интерфейс, а вот коллаж, вот эти движения, то есть немножко Escape from Tarkov чуть-чуть напоминает немного. Смотреть в оба. Так, есть бинокль. Что за стрельба там? Непонятно. Еще раз. Ага, нам туда. Хочется узнать, против кого там кто воюет. Опа, аномалия. Привет. О, это, по-моему, всасывающая, походу, ну-ка. Перед событием напоминают вот эти эффекты Сталкера 2. Есть чуть. Круто. Идем дальше. Посмотрим. Фанат. Кто там? Бандиты! Сраним ноги только. Так, а у меня есть что-нибудь? Блин, подлечиться нет. Сдаешься, не ори. Так. Что себе? Так, аптечки нет. Блин. А, восстановить чуть. Отлично. Ешь, ешь. Все равно кровотечение.
Если даже меня убили, то я могу наблюдать за перестрелкой дальше. Ну, в общем, вот такой вот сталкер аномалии. Добро пожаловать, ребята. Если быть точным, 1.5.2 Anomaly Question by Skilldex. Вот слева внизу вы видите. Ну, в общем, спасибо, кто смотрел данный видеообзор. Желаю всем приятной игры, если будете играть в данную игру. И всем душевного фана и безумного эпика, крепчайшего здоровья и лучшего позитивного настроения. С вами был Джон Коннор. Всем пока-пока, до следующего стрима, до следующего видеонарезки или до следующего видеообзора.